после компьютера ставит кактус. А это шкатушка, а это шкатушка. Ой, благодарю, приятно. А? Из чего она сделана, знаете? Папир, да. Это бумага, да. Вот Евгений, да, занимается, разные вещи делает из бумаги. Корзины, фигурки всякие. Сейчас подниму. Я думаю, к вам все как раз это будет. Он скручивается. Да. Хорошо. У кого я макулатура? Знаешь, из чего? Сдавай. А, ты маєш на вашій таблиці? Значить, де я стою? Я Кладомир. Я Кладомир. Ну так, тут туда, и туда. Петр, посвятите мне эту песню. Мы желаем. О! В мире, где кружится, где моря грозят волной, где по долгу добрую ждем второй мы. Очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастье по ним и другим, где ветра порой нет, где бывает облачный рассвет, где дороги даны, нам часто снится рой. Нужно и в грозу чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый взгляд согревал тепло. Мы желаем счастья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Желаю счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье в этом мире с другим. Мы желаем счастья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастье подарить другим, счастье подарить другим, счастье подарить другим. Сейчас не подарить. Подравняйте, чтобы мы сели так в круг, ну в овал, чтобы все были места. Мы сейчас проведем руки. Сегодня уникальный день, зимнее солнцестояние. С завтрашнего дня солнышко начинает свое движение к лету, прибывает солнечный день. Увеличиваться завтра, а сейчас, вот последний день зимнего солнцестояния. Это время уникально по энергетике. Вот, Рождество солнца, рождение солнца. В принципе, Рождество – это рождение солнца, света. И вот этот вот путь света мы начинаем сегодня. Сейчас сядьте удобненько. Уберите все из ручек, желательно освободите. Ручки, ножки, ручки не скрещивать ножки. Немножечко сосредоточьте внимание на своем дыхании, на себе. И мы сейчас будем такое таинство делать. Мы сделаем такой посыл своего собственного намерения на исполнение в новом году. Вот у вас время,
для того, чтобы определить, какое намерение, самое или желание, другими словами, самое важное для следующего года. Вот собаки, собачья преданность, да, собачья верность, дружба. Они очень хорошие, собака лучший друг. Вот. Итак, вот у нас есть такой лотос. Только одна? Только одно, желательно. Самое главное. Начнем с одного, а потом вы можете при гвоздку. Значит, можете. Естественно, вообще этот сегодняшний день и вечер, он уникальный, и вы можете продолжить, а хорошо еще прописать ваши намерения, которые должны сбиться. Здесь и пожелания, и намерения, и как бы свое намерение. Вы берете лотос. Свое намерение через как бы оно сосредотачивается, идет вверх, отправляете, а потом вслух говорите пожелания для всех, потому что мы занимаемся. Вот мы посмотрели, да, сила единства. Сила взаимопомощи. Когда ты сам ешь, ты не всегда можешь быть сытым в этой ситуации с длинными ложками. А вот если помогать друг другу, если начать отдавать и заботиться друг о друге, тогда получится рай на земле. Так вот, первое мы отсылаем молча свое намерение для себя, любимых. А второе, высказываем пожелания для всех нас. В следующем году мы будем также, мастерская семейного счастья будет продолжаться и будет встречаться. И извините, это по кругу, по часовой стрелке. Да. Сейчас пока энергия круга не значит не свою силу. Вы знаете, что да, эти работы водили, все. Сегодня, в эту ночь, вот этот круг дает определенную силу, где идет умножение нашей силы. У нас не столько, сколько у нас есть, в генетической прогрессии. Поэтому вот сейчас, пока даже доходит до вас, просто посидите, просто мысли свою подумайте, то, что хотите вспомнить. Представьте ее себе. Почувствуйте всех нас, мир, ощутите эту силу. И обязательно все сбудется. Это колоссальный круг. Все обязательно сбудется. Самое главное, еще есть мудрость неопределенности. Пока вы думаете, сейчас ты готова? Да, я готова. Все. Пожелания всем. Да, пожелания всем, чтобы круг единомышленников, вот таких вот здесь собрались, чтобы он рос. Мы знаем, да, что энергия единомышленников, она объединяется по экспоненте. И чтобы количество таких единомышленников в круге тоже росло по экспоненте очень быстро. Чтобы круг рос единомышленников очень быстро. Так вот, очень важность, мудрость неопределенности. Когда мы доверяем своему Высшему Я, мы открываемся все возможности. Я желаю всем счастья, здоровья, любовь, семью, Божью любовь, чтобы Бог помогал всем, чтобы молились. Молитва была до Бога, Бог нам помогал. И счастье, мне кажется, здоровье. Что вы хотите молитву произнести. Я так не вижу, произнести. Своими словами, да. Держите. Можно отче нас сказати, отче наш, який сам до серця, він скаже, царство тебе, Бог твоє, як на небі, так на землі.
Єдно сочно, що нас нам днес і стали нам другі наші. Ми сказали далеком нашим. Не дій на своє скушення, но два нас обіков. І до твоєї царства, і сила, слава, Господу нашої. Слава, на віки, слава. А в наших душах буде завжди молитва, і любов, і щастя, і здоров'я. Амінь. Щоб ми наші посмішки один у одного берегли більше, ніж наші речі. Источник жизни, бытия. Благослови нам эту пищу, пусть напитает суть Твоя, ее мельчайшие частицы любовью, силой, красотой. Своей божественной десницей очисти, заряди святой энергией и благодатью, и через пищу дай нам свет. Благослови нас, Божья Матерь, и укрепи любви своей. Веселості, щоб ми
являючись своєму світу, знаходили позитив, таку, ну, радість, теплоту. Тому що світ, він як мозаїка, і тільки ми вирішуємо, що ми вибираємо, чи погано, чи гарно. Тобто це здібність вибирати гарно. Хай вона буде якось більше, більше для всіх. Желаю, чтобы в новом году люди помнили о том, что мир, как и раньше, изменяется. И только наши действия способны изменить этот мир к лучшему. Действуйте. И действуйте вместе. Заканчивается цикл движения планет, что вызывает трудности, сложности. И 18-й год – это год подъема, выхода с этого низшей точки. Это избирательный гонит. Я желаю, чтобы мы это все почувствовали и приняли в этом активное участие. Чтобы мир, радость был в нашей семье, у нас внутри, в нашей стране. Ну, желательно, чтобы на всей земле. Спасибо. Я теж хочу всім побажати осознаності, в тому плані, що кожен завжди думав і відчував самого себе. Бо красиві книжки, чудові такі захоплюючі тренінги, це все прекрасно. Але коли людина намагається жити по книжці, а не так, як відчуває, як потрібно їй, то ніяка інформація зовні не допоможе, буде тільки заважати. Тобто завжди відчувайте себе і робіть те, що вам потрібно у цей момент. І я хочу побажати, щоб це усвідомлення завжди було, щоб воно завжди допомагало, і щоб і завдяки цьому всі ставали щасливішими. А я желаю всім нових знань, от, саморозвитія, ті знання, які ми будемо приобретати, ми могли передавати їх і допомагати другим, тобто ті, які менше знаючі, осознані. Ну, На себя, за все, что происходит вокруг. Во всем. Начиная с своего тела, заканчивая своим бытом и окружающим пространством. Если как можно больше людей будет брать ответственность за все на себя, не рассчитывая на службы там коммунальные, врачей и всех остальных родственников, то мы таким образом станем свободнее намного. Ну и понимание, что в мире все для всех, приведет планету к процветанию.
Я им уже пожелаю, а для всех я хочу пожелать, чтобы чуть-чуть везения. Каждую минуту нам везло, и жизнь помогала в наших делах и начинаниях. Я хочу пожелать, в первую очередь, мира нам всем. Мира украинцам, мира русских. Чтобы на нашей земле, наконец, на нашей родной мене Украине прекратилась война. Чтобы никого не убивали, чтобы все были живы, здоровы и счастливы. С каких-то пор я как-то поняла, что желать для себя, я больше не буду, потому что эти желания все исполнялись, и эти желания не всегда были мне во благо. Поэтому я присоединяюсь к тем пожеланиям, которые были до меня все. Все они мне родные. И вот нужно отличить, очень сложно отличить, бывает, как поступить в сложной ситуации. И вот целесообразности, какой-то себе быть решительной, быть смелой. Быть с Богом. И что-то делать для мира. И найти то, что нужно делать. Я желаю всем семейной гармонии, потому что мы считаем в своей семье это нашим делом. Мы учимся этому, и то, что мы, чему мы научились, мы очень хотим и пытаемся передать всем желающим. Спасибо вам. Значит, хочу всем пожелать, всем нам. Присоединиться к тем пожеланиям, которые уже были. Конечно, без осознанного действия мир к лучшему не изменится. Без ответственности. Чтобы у всех у нас ответственность не рождала страх, а рождала ощущение полета и расправленных крыльев. Вдохновение. Вдохновение идти вперед. Нет ничего более интересного и важного, чем менять себя и мир к лучшему. Вот это я хочу нам всем пожелать, чтобы мы все вместе создали в следующем 2018 году то пространство единства, взаимопомощи, взаимовыручки, взаимопонимание, которое позволит нам всем, вот как сегодня, жить, творить великолепные вещи и радоваться. Радоваться жизни. И чтобы все вокруг нас процветало в духовном плане и в материальном. Сейчас я хочу передать хозяину, что... А вы... Тоже перед мегафон здесь. Так, ваша сначала вы свое задумаете на благо, и потом всем нам пожелания. Ну, во-первых, я присоединяюсь ко всему сказанному сегодня. И хочу сказать мир вашему дому. Сначала вы себе загадываете, что...
чтобы исполнилось в этом году, а потом для всех нас. Пожелания. И сначала себе, а потом для всех вас. Нас. Для всех вас я желаю мира, счастья, любви. И, естественно, присоединяюсь ко всем пожеланиям, то, что вы здесь говорили. Город золотой, с страшными воротами, и яркою звездой, а в городе том самом все правда цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огни в земле, продолжение исполни речей, с ним золотой рел и вечный. Хотел бы. Так, а будет снег, нет? Или бы так? Работает, да? Ничего. Да, работает. Я хотел бы пожелать. Извините, тихо. Делать добро. Ловите момент, когда это удается. Делать добро, бросать его в грузы. Сейчас снова на пути. Ну хорошо, надо ехать. Будет на машине чем. Находить в себе силы вовремя реагировать на открывающиеся возможности и успевать ставить в вселенную свои 5 копеек за правду. Лучше рубль, да. Хотя бы 5 копеек золотом больше. Чернобыль? Нет, Украина, это Черниговская, это именно география.